Атлант сегодня на нас сделал давление в одной фазе, там в первом периоде, там тоже забил гол, и после того, я думаю, что решающая была наша хорошая фаза во втором периоде, где наоборот мы сумели сделать давление, забили там два гола, один в равновесии, второй в большинстве. Ну и потом в третьем периоде было очень интересно, потому что опять было давление со стороны Атланта, там эти молодые игроки быстро катались, создавали там моменты, но мы забили в большинстве. Потом очень долго игралось без вратаря. Мы не сумели забить пустые ворота, но это нам не было самое важное было, что мы не пропустили. Ну, несмотря на поражение, самоотдача у игроков была хорошая. Что не хватило в сегодняшней игре, это основное исполнительское мастерство, наверное. «Динамо» было именно в этом компоненте лучше нас, потому что моментов создали большое количество, которые надо было использовать. Это основная причина сегодняшнего поражения. Все о спорте. Здесь и сейчас. Новости, видео, интервью. Чемпионат. Главное слово в спорте. Чемпионат.ком.